Всем здарова, народ! С вами Без Сахара, и для разнообразия решил выпустить ролик по Фазмофобии. Не играл в нее с июля, солил до обновления, но вот вышло уже пара апдейтов, и мы с ребятами решили залететь. Садитесь поудобнее, наливайте покушать и накладывайте чаек-кофеек. Без лишнего тоба-лоба, мы начинаем. Да тут много чего на самом деле добавилось. Какие-то голосования за контракт, что это такое? Магазин девайсов? Ни хера себе. Тут пресетики можно делать. Крутяк. Фотки нормальные стали, наконец-то. А испытания на этих... Ой, бля, вообще топ. Тут же новые скримеры должны быть, точно. Бля, прикольно. Блядь. Тут пиздец. Страшно. Я обосрался, блядь. Не трогайте, блядь, двери. Вообще никакие двери не трогайте, когда в меня зайдете. Какие двери не трогать? Вообще никакие. Вижу, вы закрыли мне текст. Так было задумано. Чё тут? Детектор ЕМП, распятие и благовоние возле призрака зажечь. Это вообще изи. Сыграйте идеальный раунд. Что это значит, идеальный раунд? Типа выполнить все задания, найти все и сбежать, типа. Чё там, распятие, благовоние, ЕМП? Ну давай распятие возьмем. Ох, ебать, подсвет. Да. Нормально. Сыграл, где свет надо. Ну такие объекты добавились некоторые. Не знаю, где чего находится. А, ну вот свет. Вот свет, да, здесь прям. А, блин. Не, эти не изменили, походу, места. Да, да. Изменили внешний вид просто. О, тут прятаться можно. Это оставили. Наверху так ощущение, как будто они как будто свет переработали, он стал тут ярче. Наверх подниметесь, поймете, о чем я говорю. Ча. Ебать, тут кость на столе прям очень странно лежит. Это че пианино? Это он. Он? А где пианино? На втором тоже? По-моему. На первом. О, да, здесь нормальное освещение теперь. Здесь прятаться можно? Ну да, на первом. Нельзя. Первый. На первом. Пойдем на первый, значит. Да, это. Оно вот здесь прямо, да, в комнате? Получается, вот тут вот. А вот оно. А, там оно. Дайте, а, вижу. Топор на столе. Да, мелочи переработали, это круто теперь выглядит. Прям живой дом выглядит, да. Не как потом раньше. 5 градусов. 7. А пианино тут? Вон за тем. А, вот да, здесь. 3 градуса да. было... Не понял, где. Давай я тут камеру я поставлю. Я что на кухне. Одно. Я пошел еще за камерой. Думаешь, он может быть на кухне? Мне кажется, он там, у пианино, если он там юзал. Не, я про предмет. А. Вообще 6 градусов. Пианино. Ну, это нормально. 5.1. Ну, просто больше ничего не показывает. Угу. Ну да. Ты здесь? Ставлю вам ультрафиолет. Дай нам знак. А, это зеркало. Можно соль принести и сразу понять, где он ходит. Да. Сейчас попробуем поболтать, фонарик вырубить. Дай мы пока это предметами. Угу. 4 Ты градуса. Ты здесь? Ага, I'm ghost, он сказал. Я понял, что ты призрак. Радио прием. Радио есть. Быстро он ответил. Я взяла что-то. Еще на задание с благовонием можно было благовоние зажечь и узнать сразу, где он. Чё-то я забыл про него. О, там он пробежался по лазерам проектора. Да? Проектор. Мираж, фантом. Вот, мы сейчас миража глянем.
Вы еще раз посмотрите, конечно. О, он по соль прошелся. Да, ага, и следы, следы есть. Следы есть, значит, не мираж. Ебать, ты топаешь, слышь, каблуки, блядь, снимай в доме. Ага. Дай нам знак. На всякий случай камеру заберу. Одну. Наверное. Но огонька не вижу вообще. Все равно. Багровый ножик. Ага. Здесь мне показался лазерный проект. Сейчас увидим стоял еще. Стоял прям в нем. Так, где вилка, блядь? Где ты уронил, сука? То есть у тебя детектор начал ебашить МП, а у меня нихуя не видит. Нет, это у тебя. Это у тебя. У тебя, у меня сейчас вот показывает 3 МП. Ты ну, когда вперед двигаешься, 3 МП показывает, а у меня пустой вот сейчас. А у меня наоборот. Типа у тебя есть, а у меня ага. нету. Я понял. Бак, что ли? Топает, хватит. Ну, громко топает. Ну, ты сфоткал ноги? А куда он пошел? На выход? На выход пошел, вон. О, записи. Записи в блокноте. Диоген. МП2, понял. Еще и записи. Блин, как он быстро все сделал? Ну что, лазерный проверь на всякий случай. Всегда бы так. Пойдем выйдем. Можем выйти, да, и там проверять. Да, вот. Видно было, да. Нам осталось благовоние зажечь и распятие. Давай два благовония возьму, пойду зажгу. Так, распятие у нас там лежит, да? Ну, одно точно я приносил, второе не знаю. Второго тут нету. Значит, должно... Где светло стало? Это я свет включу. Ну я говорю в целом, что светло стало. А, сделано. Вообще да. Тут пиздец темно, ты включил. А! Что, блин? Я не могу да. прятаться, я думаю могу прятаться. Я тут ёбнул. Да. Да? Нет. Трона, тоже я где-то включил. Вот я вам включил. Понимаю, я нажал, он мне не захотел включить. Перк. Да. Блин, нам возле него, нам от него бегать придется. Он опять бегает. Угу. А от него не спрячешься, да? Да, да. А я себе место нашла. По-моему, да, это он. Он просто к ближайшему будет бежать. Если на меня сагрится, то он за вами даже не пойдет. Это диагенн, который медленный? Да, да, который когда видит, да, сильно замедляется. Я забуду, что там еще нам надо. Ты можешь вот сюда вот забегать и просто бегать вокруг. Помнишь, как можно я вокруг тогда... стола, да, можно бегать. Вокруг стола охуярил от него. Просто бегать или на шифте? Да можно просто, можно блядь, просто. Вот так вот ходить. Он не догоняет. Угу. Главное, чтобы он тебя видел. Да, да, ясно. Если не видит, он ускоряется очень быстро. Надо выключить свет. Рассудок. А, да эти, как его... О. Это охота? Да, это охота. Угу. Ебать ты медленный черт, конечно. А он за Илюху пошел. Да. Там благовонием нужно или просто уйти от него? Нет, просто уйти от него. Нам надо распятие осталось сломать. Иди сюда, эй. Черт, бля. Да он вокруг... Я вокруг стола с ним хожу. Он за тобой бегает? Да. Я не могу свет включить, что за фигня? А, во, смог.
Сколько раз ты вокруг стола ходил? А распятие? Почему не ломается распятие? Потому что он появился где-то вот здесь. Вот, вот. Да? Ага, ну давай сюда кину. Начни охоту. А где эти предметы? Что за предмет был? Зеркало здесь. Зеркало? Блядь, может зеркало ебануть? Ебани. Но это не поможет. Гост ивент. Вон он. Чушки ебанат. Блядь, я застрял в чем-то. Вон он, да. О, нифига он какой урод. Зеркало же не поможет, чтобы сломать крест. Да, я знаю. Он там же появился. Да, я знаю. Ну, пошли на кухню. Пойдем обедать, брат. Не врежься, главное. Он опять за мной, а нет, за тобой. Хрен его знает. Давай на вас посмотрим. Да. Вот смотри, а здесь какой он медленный, да, главное, чтобы он на тебя не осагрился. Ну, похер на меня. А ты чё распятил не ломаешь, чепух? Вообще жесть. Бля, я чуть-чуть на зеркало посмотрел всего лишь. Да, кстати, он там появился, надо туда распятие перетащить одно. Ну, как что он ещё просто там появился. Блять, гост ивент. Вот он тут теперь. Возле этого. О, привет. Да. Черт, ты можешь появляться в одном месте? Бля, у меня не вижу, куда я распятие бросил. Потерял. Сейчас он исчезнет. Пошел. А вот он. Исчезнет. Ебать, это ощущение, как будто он это новый стал. Да, да. Моделька другая. Да, чё он, блядь, свет вырубает, хуём? Угу. Так нихера не видно, я без фонаря бегаю. Но он стоит тут же. Блядь, сломал, нахуй. Я случайно, сори. Уходим назад. Я благовошку зажёг, так что нужно будет сейвиться. У меня ещё одна есть. Надо тогда от него идти медленно. То, что он это... Просто куда уходить здесь? Наверх, на третий. Точно. Блять, светите на меня, я не вижу нихуя. Пусть он бежит, да чё быстро какой. Да. Зажёг ещё одну. Рано. А, ему похер? Не, он пропал, да? А, не, назад, назад пошёл, назад пошёл. Вот здесь, вокруг этого, да. Катя, ты задал. Почему он резко за мной побежал? Я же тогда спряталась за этой хуйней, он тебя не за предметами. Пойдем вниз. Минус один, пошли еще умирать. Сука, я же хотела от него уходить, но я застряла в какой-то хрени. Что это было? Это, блядь, ебаные стулья. Там манекен. Стулья застрял. Че, все, хороним Катю, идем домой. А, банка катится, вот. О, ебать. Ты уронил? А вот он здесь тоже поэтому прошел. Смотрите, что есть, короче. Вот сейчас скину. Давай сюда кинем, попробуем, нахуй. Он и тут, блядь, поэтому. Проект. Че это такое? Это теклофос. Анткилла. Комариков и жуков. По-моему, на кухне он появился. Бля, это хуёво, да. Бля, бежит, да, бежит. Тут тобой. Ух, всё равно распятие, блядь, не сломал. Да. Ух, ебать, он кинул подушку. Он подушку да. Ушёл, да. Да, пинает. Блин. Там стакан, блядь, кинул. Он раскидывает. Бля, а там валялось распятие, я переложил его. Все равно не сработало. А жаль, я пытался. Он на кухню переехал, как будто бы. Вот отсюда откуда-то пошел. Потому что я его на проекторе видел. Может, похуй, это электрочка какая-то. Ну да.
Ну давай пойдем тогда, Херсин. Ну мы пытались. Он вообще не хочет распятие ломать, прямо. Ну хотя про зеркало, когда я смотрюсь в это зеркало, мне становится не по себе. Все, поехали. Все выиграли. Вместе мы нашли доказательства. Нашли останки. Как он говорит? Дядя Ген? Да, дядя Ген. Дядя Ген.